2077 многоквартирных домов находятся в Одинцовском округе. Это 6156 подъездов. Программа по ремонту входных групп стартовала в муниципалитете в 2016 году. С 2016 года мы смогли отремонтировать больше половины таких подъездов в таких домах. Впереди, понятно, еще большой объем работы. И если брать планы на этот год, то мы заявляли 393 подъезда. На конец августа региональная программа выполнена на 61%. Работы в 238 подъездах полностью завершены. В 155 они в разгаре. Во многих ремонт – это не просто обновление стен и потолков. Жители подходят к ремонту творчески и находят компромиссы по дизайну и по цветовым решениям, и в результате чего подъезды становятся, привлекают профессиональных художников, и подъезды в результате такой совместной работы управляющей компании, жильцов, администрации становятся едва ли не произведениями искусства. Авторы самых креативных рисунков могут принять участие в областном конкурсе. В этом году в числе победителей оказался подъезд номер 10 в доме 4Б в Перхушково. Поручением управляющей компании постоянно вести выполнение хода в СКПД в системе, где отображается ход и выполнение подъездов, приглашать на приемку представителей жилинспекции и ГБУ, всем управляющим компаниям завершить ремонт подъезда до 1 ноября. Сейчас работы в одинцовских подъездах идут по графику. Возможно, ремонт удастся закончить раньше установленного срока, в октябре. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».